В закон о краткосрочной аренде в Турции внесены изменения. Представьте себе, за 20 лет не поменялось ничего. И эти изменения действительно отдают очень позитивным настроением. Будет 80... Такси – это позор Турецкой Республики. Долгожданные изменения в законе о краткосрочной аренде в Турции. С вами компания «Лига» и в эфире «Лига Ньюс». Добро пожаловать на наш YouTube-канал. Меня зовут Мария, и сегодня с нами в эфире Ксения Балджи. Как я обещала в прошлом выпуске, сегодня будет большое количество позитивных и радостных новостей. И начнем мы, пожалуй, с молнии, которую получили буквально за несколько минут до старта нашего эфира. Это новость о том, что в закон о краткосрочной аренде в Турции внесены изменения. И эти изменения действительно отдают очень позитивным настроением. Итак, Ксения, давайте я расскажу, что же изменилось с точки зрения адвокатов, которые, собственно, и говорят об этих изменениях в законе. Изменения коснулись двух пунктов. Первый пункт – это предоставление минимум двух из следующих услуг. Ресепшн, охрана, ежедневная уборка помещений, медицинские услуги, химчистка или прачечная, услуги питания и магазины, тренажерный зал и бассейн. Ранее в законе было указано необходимость того, чтобы комплекс отвечал всем пунктам требования «отельный тип». То есть сразу в одном комплексе должно было находиться все из вышеперечисленного списка. Второй пункт наиболее интересный. Ранее необходимо было согласие всех собственников недвижимости в этом комплексе. А теперь, после внесения некоторых изменений, решение о сдаче в краткосрочную аренду может быть принято на основании большинства. То есть если 4/5 собственников будут согласны, то решение о сдаче для туристов может быть принято. И еще одно важное дополнение. Продлен срок для исполнения этих требований до конца 2024 года. А теперь, Ксения, нам интересно простым человеческим языком узнать, что же это нам все принесет. Маш, на самом деле я сегодня читала новость о том, что внесены изменения в закон о краткосрочной аренде, но в той статье, которую нашла я, точнее, не то, что даже нашла. Эта статья сейчас на сайте «Кулисы недвижимости». Это главный сайт по недвижимости, по новостям о недвижимости в Турции. Там описаны другие изменения. То есть помимо тех, которые нам предоставил адвокат, да, мы еще, конечно же, попросим у него уточнений, здесь прописано еще кое-что. Во-первых, сейчас срок для рассмотрения заявки на комплекс составляет 30 дней. И этот срок подняли до 60 дней. Кроме того, когда заявка рассмотрена, приезжает определенная комиссия, ревизия, да, для того, чтобы понять, соответствует ли данный комплекс всем вот этим вот условиям, которые необходимы. И написано, что если обнаружатся какие-то недочеты в том или ином жилом комплексе, то штрафа не будет. То есть будет первое предупреждение. Об этом идет речь. И еще, вот как раз все те вышеперечисленные тобой условия, то есть бассейн, фитнес, прачечная и т.д. и т.п. не обязательно должны быть в жилом комплексе, но они должны быть где-то вблизи участка, на котором расположен данный ЖК. То есть они должны быть вот в доступности. То есть об этом тоже пишут кулисы недвижимости сейчас. То есть если у меня в комплексе нету фитнес-центра, но при этом рядом есть фитнес-клуб, как бы отдельный при покупке абонемента, это подходит под условия нынешнего закона? Ну, судя по тому, что пишет статья «Кулисы недвижимости», да, получается, что так оно. Но, на мой взгляд, первая позитивная новость – это то, что сразу никакой штраф вам не будет предъявлен. То есть миллион лир вам платить не придется, вы обойдетесь первым предупреждением. Это уже очень позитивно. Второе – это то, что не требуется согласия всех жильцов, потому что многие столкнулись с ситуацией, когда буквально 2-3 жильца отказываются подписать это соглашение, ну и все, сдача невозможна. Здесь все-таки какая-то лояльность присутствует. Ну и плюс те комплексы, которым уже невозможно пристроить бассейн или, условно говоря, построить современный фитнес-клуб внутри, они могут как-то обойти эти условия. Получается, что да. Ну и плюс на исполнение нам дали еще какое-то время, то есть до конца этого года мы можем все-все вот эти вот условия по нашим жилым комплексам собирать. Ксения, если подвести итог, возможно все-таки этим летом снять недвижимость в аренду в Турции? Если у собственника есть действующий вид на жительство и доступ к системе ЭДВЛЕТ, в этом случае можно.
Потому что это тоже является одним из, не одним из 100, это условие, да, для того, чтобы зарегистрировать квартиру, которая будет сдаваться в аренду, необходимый доступ к госуслуге. Для того, чтобы этот доступ был, нужно иметь действующий вид на жительство в Турции. То есть, если у нас эти условия тоже сохраняются, то, в принципе, если поторопиться и собрать сейчас все остальное по вот этим вот нововведениям, которые мы получили буквально 15 минут назад, то я думаю, что можно. Но это уже действительно позитивно. А еще самое главное, что уже стали вносить какие-то изменения в этот закон. Это значит, что огромное количество людей были против, или государство почувствовало какой-то недостаток в бюджете, соответственно, из-за того, что ввели эти законы. И сейчас стараются как-то урегулировать или найти какое-то более лояльное решение. Ну и это всегда, конечно, для нас позитивно. Ксения, я знаю, что на этой неделе была еще одна новость. Она скорее с такой пометкой «возможно это свершится», но мы не можем про это не рассказать. Это новость в изменениях налогообложения в Турции. Да, действительно, вышел законопроект пока о том, чтобы поменять законодательство о налогах на имущество, на недвижимость. И здесь такие два основных пункта. Это что на каждую вторую, третью, четвертую, то есть на каждую последующую единицу недвижимости будет увеличен налог на собственность. То есть, например, да, вот сейчас приведем пример. Там мы платим, ну, допустим, 0,3% от кадастровой стоимости ежегодно на одну единицу недвижимости. То есть, соответственно, на вторую мы будем платить больше, например, 0,6. Это я говорю, да, в качестве примера привожу, потому что пока ни о каких цифрах, о каких-либо цифрах пока речи, к сожалению, не идет, да, то есть говорится только об этом. То есть получается, если ты зажиточный собственник, и у тебя более одной квартиры, дома, там, то есть более одной единицы недвижимости, у тебя будет увеличен налог, я, наверное, могу его назвать налогом на роскошь, да, то есть получается, на каждую следующую недвижимость у тебя будет налог на роскошь. Дальше. И второй момент, который тоже, конечно, ну, достаточно такой неприятный, это то, что то правило, которое действует сейчас, при владении 5 и более лет имущества мы сейчас освобождаемся от подоходного налога. Так вот, это правило, к сожалению, упраздняется. Ну, то есть пока это только в проекте, но в данном предложении есть и это. То есть без налогов не останетесь под девизом. Ксения, мотивирует ли этот законопроект сейчас покупать недвижимость? Обычно законы не имеют обратной силы. То есть закон вступает в силу с того момента, как его принимают. Соответственно, если мы покупаем недвижимость сегодня, мы освобождаемся от вот этих вот всех нововведений. Да? То есть через 5 лет мы можем перепродать без налога по-прежнему, потому что мы купили недвижимость до вступления данного закона в силу. Да? Ну и, соответственно, если мы сейчас инвестируем в несколько единиц недвижимости, мы также платим за каждую эту единицу недвижимости тот налог, который положен на сегодняшний день. Наверное, дорогие друзья, хочется сказать об еще одной новости, которая облетела все социальные сети и действительно повергла в шок даже меня. Мы сегодня до эфира это обсуждали с Ксенией, у меня в голове не укладываются такие цифры, поэтому очень хочется поделиться ими с вами. Итак, стали известны новые уровни голода и бедности в Турции. Что такое уровень голода? Это тот, так скажем, самый минимальный заработок, который необходим семье из 4 человек для того, чтобы выживать. Не для комфортного существования, а речь именно о выживании. Эта черта голода для семьи из 4 человек на сегодняшний момент составляет 19 926 турецких лир. Ну, то есть округлим 20 тысяч турецких лир. А черта бедности для семьи в Турции составляет 59 353 турецких лир. Я не поленилась, перевела это с помощью конвертера. Это 165 тысяч российских рублей или 1700 евро. Угу. Тем самым есть интересная статистика, что за первые 5 месяцев 2024 года эта черта бедности выросла на 12,5 тысяч лир, а за последний год на 28 тысяч лир. То есть если мы простой математикой посчитаем, что сейчас 60, у нас черта бедности выросла на 28 тысяч лир, то есть больше, чем на 50%. Ну и, соответственно, так как стоимость продуктов питания и различных других товаров первой необходимости увеличилась и финансовая вообще нагрузка на каждую турецкую семью. Да, к сожалению, так оно и есть. И если мы говорим о крупных городах, например, Стамбул, да,
где все-таки большая часть населения обычного, да, мы берем сейчас обычное совершенно население, такая среднестатистическая семья, которая живет в аренде, то есть снимает квартиру. Сейчас аренда пустой квартиры. Берем минимум, да, 2 плюс 1, то есть семья 4 человек, в принципе, может как-то в 2 плюс 1 вместиться, да, это получается у нас трехкомнатная квартира, да, просто у турок, у них немножечко другое понятие о комфорте, да, то есть у каждого должна быть комната, но так, на диванах они в залах не спят, как у нас, да, это было принято в свое время, поэтому 2 плюс 1, да, здесь аренда недвижимости, это минимум 15 тысяч турецких лир получается, да, то есть вычитаем из 60, у нас получается 45 тысяч остается, 5 тысяч у нас идет на коммуналку, легко, да, то есть электричество, вода, если мы еще прибавим природный газ, который необходим в регионах, где есть минусовая температура зимой, то это, ну, минимум 5000 лир при очень экономном использовании, эта семья также будет тратить. Ну и, соответственно, 30 тысяч лир на одежду, на продукты питания остается этой семье из 4 человек, но это действительно сейчас для Турции очень скромный, скажем так, доход для семьи. Многие в комментариях спрашивали, наверное, вы перепутали, наверное, это за год расходы. Я говорю, нет, дорогие друзья, это ежемесячные расходы семьи из 4 человек. Ксения, а сколько сейчас, какой бюджет должен быть у семьи из 4 человек для комфортной жизни в Алании? Как вы думаете? Ну, с учетом того, что в Алании нет необходимости в отоплении, у нас, да, у нас тоже бывают такие достаточно прохладные дни, но все-таки нет такого, чтобы мы вот топили 24 часа в сутки, да, те же самые кондиционеры. Более того, если мы говорим о, опять же, классических традиционных турецких семьях, то они практически не включают эти кондиционеры совсем. То есть они могут использовать электрические простыни на ночь чисто, да, либо есть, если мы говорим о старых домах, это печки-буржуйки, вот эти, которые топятся, да, дровяные вот эти печи, либо просто тепло одеваются, ну, то есть очень тепло одеваются в ватных вот этих вот пижамах, да, то, в общем-то, нет речи о том, чтобы отапливать помещение. Вот та сумма, да, 60 тысяч лир, в принципе, для Алании это нормальная сумма, да, ну, конечно, при условии, что семья будет готовить дома самостоятельно и не и экономить на электроэнергии. То есть это что, да, кондиционеры у нас летом и кондиционеры, опять же, на отопление зимой. Я еще раз, да, хочу подчеркнуть, что я неоднократно, да, то есть и останавливалась в турецких семьях, я общалась с турецкими семьями и была в гостях, и действительно они очень редко вообще пользуются кондиционерами, даже летом. То есть летом у них вентилятор, да, если уже прям совсем жарко, они включают вентилятор, а зимой просто теплее одеваются. Ну, эта новость, казалось бы, многими может быть воспринята очень позитивно. Какой в Турции классный высокий уровень жизни, если черта бедности составляет 1700 долларов. Ну, звучит, согласитесь, так внушительно. Но, да, дорогие друзья, все бы ничего, если бы не уровень минимальной заработной платы, который на сегодняшний день составляет 17 тысяч турецких лир. Ну, то есть... Ну, если быть точнее, то получается 17 тысяч плюс порядка 8 тысяч еще платится страховые пенсионные взносы, то есть вот 17 тысяч – это не то. Это что чистая зарплата, которую сотрудник получает на руки. Чистая наличка, да, то есть чистый нал, который ведет на руки. А еще есть вот эти вот отчисления, пенсионные и страховые отчисления, да, они порядка 8-9 тысяч турецких лир, то есть получается брутто этой зарплаты около 30 выходит. А что такое, да, страховые пенсионные взносы? Это, ну, понятно, пенсионные, это мы сами понимаем, да, это для нашей будущей пенсии мы откладываем. А страховые взносы – это бесплатное медобслуживание. То есть в Турции, да, если ты даже гражданин Турции, но у тебя нет СГК, вот этой страховки, ты не имеешь права бесплатно пользоваться бесплатной государственной медициной. Должна быть страховка обязательно. Ну, то есть, если мы посчитаем 60 тысяч турецких лир в разрезе на одну семью, то есть минимум 3,5 человека должны быть трудоустроены, чтобы, да, их зарабатывать. Да, если мы говорим о классической традиционной турецкой семье, опять же, то жена априори домохозяйка. И этот труд, хоть президент Эрдоган обещал неоднократно, и перед последней предвыборной кампанией он обещал оплачивать труд домохозяек, но пока что все-таки это, к сожалению, бесплатная профессия. Ну и, соответственно, вся нагрузка ложится на мужчину. На мужчину, да. То есть берут по две работы. Очень многие таксуют по ночам, либо работают где-то охранниками. Тоже как раз-таки вот знаю много таких семей. Вот днем, например, человек там работает на мебельной фабрике, а вечером вот поужинав идет либо подрабатывать таксистом, что тоже как бы, да, не очень экологичная история, да, вот практически без сна, либо куда-то на охрану.
охрана, там КПЖ, я не знаю, то есть какие-то такие вот ночные истории. Казалось бы, куда уже больше, куда уже выше цены, но есть одна категория, которая до сих пор недовольна, до сих пор требует повышения. И эту категорию как раз, Ксения, вы сейчас и упомянули. Это мои любимые таксисты. Что же они требуют? Они устроили очередную забастовку и требуют, внимания не просто повышения цен, а крупного повышения цен. Таксисты и их ассоциация, они подали просьбу о значительном повышении тарифов на свои услуги. Они заявляют, что текущие тарифы не покрывают расходы на топливо, техобслуживание и другие разные побочные расходы. Они говорят, что рост цен на топливо и запчасти значительно увеличил их расходы, ну и, соответственно, это не позволяет им зарабатывать так много, как они зарабатывали раньше. И представители вот этого класса таксистов обращаются к властям с просьбой пересмотреть все действующие тарифы, чтобы они соответствовали реальным экономическим условиям. Ну и они обещают, что если увеличат стоимость на их услуги, то они улучшат сервис и улучшат качество обслуживания. Я напомню, что буквально недавно стоимость минимальной поездки в Алании составила 130 турецких лир. Раньше это было 90, сейчас 130. И один километр обходится в 35 турецких лир на сегодняшний день. Дорогие друзья, такси – это позор Турецкой Республики. Вот заявляю это как гражданин Турции, заявляю это как жена гражданина Турции. Особенно если мы говорим о туристических городах, о крупных городах, таких как Стамбул, это действительно позорище. И я бы вот, пользуясь вот случаем такой забастовки таксистов на месте правительства, просто бы на корню убрала бы вообще вот все, весь вот этот вот таксопарк и ввела бы нормальную схему вообще до услуг такси. Там Яндекс, Убер, которые отсюда просто вытурили, вытеснили, я не знаю, как это назвать, да, правильно, не используя каких-то нецензурных выражений. Я по поводу таксистов, да, ничего, честно говоря, хорошего вообще за последнее время не слышала. И в плане не то, что сервиса, в плане общения, в плане чистоты автомобилей, в плане вообще самих автомобилей, модели этих авто. Недавно просматривала старые наши фотографии, альбом с мужем, да, 10-летней давности. У нас есть фотография в Харрис-пабе в Алании, да, и там вот остановка такси прямо за ними. У нас фото как раз на это такси смотрит. И я смотрю, говорю, слушай, смотри-ка, 10 лет назад были вот эти Fiat Doblo, и сейчас, я говорю, эти же самые машины до сих пор возят туристов. Ничего не меняется, нет какого-то, да, сервиса. При этом постоянно жалуются на вот эти вот VIP-трансферы, на VIP-сервис, таксисты якобы они отнимают хлеб, потому что люди хотят ездить на нормальных автомобилях по нормальным ценам. Я могу рассказать, Ксения, две истории, произошедшие за последнюю неделю. Именно поэтому я сказала, что это моя любимая сфера такси. Да. Первое, я поняла, что экономически более выгодно заказывать индивидуальный трансфер, если ехать, допустим, куда-то в отель в Кемер, в ту же Андалию, да, и так далее. То есть за услуги такси обычно вы заплатите гораздо больше, чем если вы закажете комфортный индивидуальный трансфер с Wi-Fi, за зарядками, водичкой, кондиционером и всем остальным. Это первое. А второе, я была на съемке, она была достаточно высоко в горах, где виллы, и после этого девушка торопилась, она спустила вниз на объездную дорогу, говорит, ну вот около кнопки вас высаживаю, вы, девочки, вызовите такси и дальше доедете в разные районы, куда вам нужно. Мы с девочкой-фотографом вышли, нажали на кнопку, а девочка, она в Алании не так долго, 2 месяца, она говорит, слушай, реально сюда приедет такси? Я говорю, да реально, если горит такой огонечек красненький, значит, такси сюда доедет. Мы стоим, ждем 5 минут, 10, я жму на эту кнопку, жму, 15 минут проходит, я думаю, ладно, наберу, на каждой такой желтой коробочке указан телефон. Когда вы говорите на турецком языке, у вас еще есть какие-то шансы объяснить. Я звоню на турецком языке, объясняю, где такси, что мы нажали кнопочку, они говорят, где эта кнопка находится? Я начинаю объяснять пример локацию там, где я нахожусь, они говорят, я не знаю, где это. Я говорю, окей, давайте я вам напишу в WhatsApp, скину свою локацию, как это во всем современном мире делают, и туда приедет такси. Проходит 35 минут, такси нету. Поздний вечер, я уже начинаю нервничать и понимаю, что на месте туриста, у которого нету даже Wi-Fi элементарного, я бы, наверное, уже поймала действительно жуткий стресс. Я еще раз набираю, уже достаточно агрессивно ругаюсь с ними, и они отправляют нам машину. Приезжает таксист, абсолютно недовольный, что его заставили ехать в эту дальнюю локацию, и говорит, куда нам ехать. Мы говорим, что там туда-то и туда-то, достаточно далеко. Он понимает, что это хорошие деньги, соглашается и сразу улыбается, настроение улучшается у него. Но сам факт того стресса, который я испытала, нажимав на кнопку, название в эту диспетчерскую, у меня было ощущение, что мне должны заплатить еще, если я воспользуюсь их услугами. Поэтому это действительно очень яркая проблема.
прошлом выпуске мы говорили, что поднялась цена на проезд в общественном транспорте. И, конечно же, после того, как поднялась цена на проезд в общественном транспорте в Алании, сразу и все междугородние автобусы подняли стоимость. На сегодняшний день цена проезда между Конаклы и Аланией выросла до 35 лир. Между Паяларом и Аланией тоже до 35 лир. Если вы едете из Алании в Тюрклир, то вам придется заплатить 45 турецких лир. Если вы живете в Афсаларе и решили проехаться до центра Алании, то стоимость такой поездки составит 50 турецких лир. А если вы решите проехаться до Манавгата, то такая поездка обойдется вам в 90 турецких лир. Ну, по сравнению с такси, копейки, конечно. Это, конечно, проезд на такси будет стоить, конечно, значительно больше. Ну, и завершая наш финансовый блок, хочется рассказать про прогноз от Центробанка Турции на конец 2024 года. Они вообще очень любят прогнозировать, и вот недавно они сказали, что теперь они прогнозируют, что курс доллара к концу года составит 38,78 турецких лир, ну, практически 39 турецких лир за 1 доллар. Уровень инфляции составит 43,5%, и эти показатели якобы улучшаются, то есть они ожидали более высокий курс, и тем не менее говорят, что какая-то позитивная динамика есть. Но я слышала о том, что еще в прошлом году, что к концу 2024 года, причем это говорили зарубежные аналитики, а не местные, у местных, конечно, у местных была, значит, остановка инфляции в июле 2024 года, вот уже июль на носу практически, а зарубежные эксперты говорили о том, что евро перевалит за 40. И, собственно, если сейчас Центробанк предсказывает 38 за доллар, то так оно и выйдет, да. Но, тем не менее, государство старается следить за той инфляцией, которая происходит, и вводит разные штрафы за завышение цен в Турции. Что же они нам предлагают? Они приняли новый закон, который предусматривает штрафы от 100 тысяч до 1 000 000 лир за необоснованное повышение цен и спекуляцию. То есть, например, производители, поставщики или розничные продавцы, которые завышают цены, например, бутылка воды стоит 3 лиры, они ее продают за 50 турецких лир. Соответственно, они нарушают этот закон и будут оштрафованы. Цель этого закона – предотвратить злоупотребление на рынке и защитить потребителя от завышения цен. И многие производители даже хотели принять такой закон, чтобы они печатали именно на упаковке стоимость. То есть, например, я покупаю там воду, и на бутылке должно быть написано «рекомендованная стоимость 5 лир», условно говоря. И тогда за 50 турецких лир вы не можете уже приобрести. Да, действительно, раньше штрафы за превышение цен, да, не, такое необоснованное повышение цен, были смешными. Особенно, если мы говорим о каких-то крупных сетевых магазинах, да, Бим, Мигрос, Шок и так далее. А Мигрос очень грешил как раз такими вот, ну, непонятными повышениями. И даже вот мои сотрудники замечали, что, например, в Мигросе, в Мерсине цены отличаются от Мигроса аланийских. Да. И даже по Алании, если смотреть, аланийские Мигросы тоже в одном на товар будет одна цена, на другом будет другая цена. Если раньше потребитель, покупатель видел какую-то разницу существенную в цену, он мог просто сделать скриншот, сфотографировать и отправить эту фотографию в отдел защиты прав потребителей. И тогда, значит, этот отдел отправлял ревизию, да, контроль. Ну, то есть люди приезжали просто под видом покупателя, смотрели, действительно ли такая цена на данный товар, и накладывали штраф на магазин. Но магазины с этими штрафами давно смирились. Собственно, как пишут даже газетные сводки, что это не штраф, а как будто бы награда. Ну, то есть такой штраф для вида, ни о чем совершенно. Так вот, сейчас эти штрафы значительно повысили, и, конечно, мы ждем, что будут какие-то позитивные изменения, по крайней мере, именно для покупателей обычных продуктов первой необходимости. Несмотря на то, что принимаются такие законы, то, что стараются контролировать ценообразование, Стамбул отличился. Как мы знаем, Стамбул – это действительно центр туризма Турции, и огромное количество туристов со всего мира ежегодно туда приезжают. Так вот, сейчас за 12 евро, это примерно 420 турецких лир, продают сувенирные бутылочки. С чем, как вы думаете? С воздухом Стамбула. Журналист, который провел расследование и купил такую бутылочку, отметил, что внутри он не заметил ничего особенного. Но, как говорится, этот подарок для тех, кто хочет запомнить атмосферу Стамбула, привезти с собой кусочек Стамбула и, вот, так скажем, таким необычным способом кого-то удивить. Дорогие друзья, если вы хотите приобрести бутылочки с воздухом Алании, приходите к нам в офис, мы вам наберем сколько угодно этих бутылочек и с радостью даже подарим их.
Если мы говорим про пляж Клеопатры, про воздух, про волшебную воду с пляжа Клеопатры, то в Алании в этом году очень хорошие новости про голубые флаги. Они в количестве 82 штук будут развиваться на территории нашего города. По решению Турецкого фонда экологического образования 82 объекта в Алании получили право иметь голубой флаг. Ну и, соответственно, они должны будут нести за это ответственность, соблюдать все правила, все условия. 69 благоустроенных пляжей, 6 общественных пляжей, 5 туристических катеров и один безбарьерный общественный пляж в черте города. Что такое безбарьерный общественный пляж, я не совсем понимаю. Я знаю, что пляж Клеопатра в этом году снова удостоился этого голубого флага, хотя, честно говоря, многие в этом году сомневались, потому что он был достаточно грязный, там было огромное количество мусора, но, тем не менее, пляж Клеопатра все-таки вошел в этот список. Интересно, что такое безбарьерное, сейчас тоже пытаюсь понять, но это явно это не про не о том, что на этом пляже можно, там, я не знаю, загорать топлес или там вообще без всего. Это точно не об этом. А, получается, у нас пляжи разделены, да, по номерам каким-то образом. Безбарьерные, мне кажется, это речь именно об общественном какой-то пляже. Просто какой-то просто общественное, без номеров, без кафе, без да, всего остального. Да, 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 вероятно, что-то такое. То есть бесхозный пляж какой-то, наверное, так оно и есть. Ну, что касается туристического сезона и вообще новостей для туристов, то в Алании совсем скоро уберут наш легендарный туристический автобус, который стоит прямо в порту Мариня. Это прям маленький автобус, такой паровозик, я бы его даже назвала, который проводит обзорную экскурсию по городу. Стоит это каких-то смешных денег, до 5 евро. И, собственно, на протяжении там часа вы катаетесь по городу и наблюдаете все основные достопримечательности. И вот по письменному требованию палаты водителей Алании этот экскурсионный поезд не соответствует законодательству, и он будет убран в самое ближайшее время. Хороший был на самом деле вагончик, такой был один из, правда, символов Алании, но если говорить о высоком сезоне, когда в Алании огромное количество машин, он, конечно, сильно тормозил движение. Если вы, дорогие друзья, катались на этом туристическом паровозике, то обязательно поделитесь своими впечатлениями в комментариях, ну и вообще, рады вы этой новости или все-таки будете по нему скучать. В Алании буквально через несколько недель, не только в Алании, по всей Турции, но в Алании особенно, потому что у нас все-таки туристическое место, и не только для туристов со всего мира, но и для местных жителей, начнутся праздники. Долгожданный Курбан-Байрам в этом году выпадает на 16 июня, воскресенье, и, соответственно, праздники продлятся до 19 июня, среды. Практически там получается около недели, но чуть меньше праздников. Что происходит в этот период? Все едут навестить своих родственников, едут в отпуск, отдыхать, кто-то едет в отели. Стоимость отелей сразу растет, увеличивается цена на авиабилеты, ну и, соответственно, просто количество людей в черте города, оно увеличивается. А еще время на дорогу, если вы вдруг едете, например, из Алании в Антарию или наоборот, тоже нужно рассчитывать с учетом пробок, потому что движение будет очень и очень плотное. На 16 июня в этом году выпадает не только Курбан-Байрам, но и День Отца. Мы отмечали недавно День Матери. В Турции есть еще День Отца, который тоже очень-очень почитается. Поэтому имейте в виду, если вдруг хотите поздравить каких-то своих турецких друзей, отцов, то им будет очень приятно. Я знаю, что некоторые супермаркеты, в том числе Migros и разные точки, вывесили стоимость на жертвоприношение, так скажем, в этом году. И я даже сейчас вам найду и расскажу, какие это цены. Ксения, я вас хотела бы спросить, от чего зависит размер животного, которое покупается той или иной семьей? Ну, кто-то покупает, условно говоря, барана, а кто-то покупает огромную корову. Это зависит только и только от материальных возможностей той или иной семьи. Вкладываться в один большой крупный рогатый скот может до 7 человек. То есть 7 человек – это максимум. Собственно, на 7 долей и делится каждая жертва. То есть эти 7 долей, они абсолютно равнозначны, они должны раздаваться бедным. То есть одну часть ты можешь оставить себе, остальное ты раздаешь в нуждающимся в мясе людям. Да? И здесь самое интересное, что вот эти вот куски мяса, да, то есть вот эти вот доли, которые делятся, это не просто, знаете, так себе оставил там стейки, филе миньона, да, а там рожки до ножки отдал куда-то там бедным на съедение. Нет, здесь ровно, абсолютно одинаковые кусочки мяса на эти 7 частей делятся. И по поводу, да, именно выбора животного, здесь только и только материальное положение. Естественно, чем ниже материальное положение, тем мельче
жертва, да, то есть это вот в Алании, например, очень распространены козлята, то есть козлов тоже могут резать. Ну вот у меня тут есть даже интересная информация о том, где будут проходить вот эти вот точки жертвоприношения, да, они будут, разумеется, в районе Оба, в Мохмутларе, в Канаклы, в Демирташе, также в Пайаларе и в других районах. Это специально отведенные места. Когда я, например, приехала в Турцию, это происходило очень часто на автомойках, где-то, ну, в неорганизованных пространствах. На протяжении последних лет это уже четко организованные места, где все стерильно, где специальные люди этим занимаются, и, так скажем, все это происходит, ну, в каких-то только локальных точках. Стоимость жертвоприношения в этом году большой особи, назовем это так, составляет 20 турецких лир, маленькой 15 турецких лир, а минимальная цена 10 турецких лир. Стоимость за килограмм мяса составляет минимально 280 турецких лир. Кстати, в этот период в магазинах дешевеет мясо, как и в касапах, то есть как и в мясных магазинах у мясников, так и в супермаркетах дешевеет мясо, причем все мясо. То есть как раз-таки потому, что у людей есть, в общем-то, собственное мясо, да, от вот этих вот жертв. И вообще сам факт, что вот так вот упорядочили данный процесс, это, конечно, не может не радовать. Вот мы сейчас, да, Маша, ты перечисляла Оба, Махмутлар, но это вообще на самом деле не видно. То есть это такие специально отведенные места, достаточно так поодаль, то есть люди их знают. Там работают профессиональные мясники, то есть не просто какой-то там дядя приходит и режет этих животных, да. И там же на каждом участке работают имамы, потому что прежде чем зарезать животное, сначала на ухо этому животному читается молитва, ну, то есть как бы, да, отдается намерение от тех, кто является, да, ну, спонсором, да, сейчас на современном языке, данного процесса, и после чего, собственно, мясник производит жертвоприношение и разделяет как раз-таки вот эти вот части профессионально. После праздника, обычно в последующий, там, на второй, на третий день, большие очереди в мясные магазины, не для того, чтобы купить мясо, а для того, чтобы разделать его уже на какие-то, вот, ну, скажем так, полуфабрикаты, то есть там кто-то на гуляш, кто-то на фарш какие-то части, да, то есть тоже можно вот, такое наблюдать. Ну, как я уже сказала, если вы придете просто в мясные магазины, то мясо подешевеет в этот период, можно закупаться. Ну, и с приближением праздников приближаются еще и летние школьные каникулы, потому что, как мы знаем, школа в Турции не заканчивается в мае, она заканчивается в середине июня. И уже Министерство образования рассказало нам, как мы будем учиться в следующем году. Учебный год начнется 9 сентября, то есть не 1 сентября, как мы привыкли, а 9 сентября, и продлится до 20 июня 2025 года. То есть школьники уже сейчас понимают, как долго они смогут гулять и отдыхать. Ждут с нетерпением, конечно, они каникул, но я своих уже распределила в летнюю школу, так что не расслабляйтесь. В Алании есть летние школы? Конечно, в Алании есть летние школы при различных курсах, то есть вот есть курсы, например, где так называемые этюды, где школьники государственных школ после занятий могут делать уроки. Там же проводятся какие-то дополнительные занятия, там же есть курсы по подготовке к экзаменам, то есть это и ЛГСЭ, это поступление в лицей, да, то есть как вот у нас получается после средней школы, да, экзамена, есть по подготовке к вузам, и вот как раз на базе вот этих вот образовательных учреждений есть летние школы. Вот я вчера, кстати, узнавала, даже могу сказать по ценам, я вчера узнавала для начальных классов, то есть 1, 2, 3, 4 класс, да, дети, летняя школа с 10 утра до 5 вечера с обедом и с полдником в Махмутларе, дополнительные занятия, там какие-то тоже английские, танцы, рисование, плюс, значит, тоже какие-то, да, чтобы не забывали, там, математика, турецкий язык, тоже какие-то такие у них будут, сказали, в развлекательной форме тоже уроки. По пятницам бассейн выездной. 5800 турецких лир в месяц, очень даже лояльно, с учетом того, что сейчас детские сады порядка 15 стоят. Это туда кто может попасть? Любой абсолютно школьник. Ну, я вчера спрашивала про начальную школу. У меня еще двое детей, которые заканчивают среднюю школу. Для средней школы они сказали, что пока еще мы расписание не выделили, соответственно, пока еще деталей нет. Ну, то есть неважно, в частной школе учатся? Неважно, абсолютно. Да, абсолютно неважно. Можно отдавать на полдня. Кстати, на полдня стоит около 3000 лир. 2800 или что-то в этом роде я вчера записала. То есть можно отдать на полдня. Это очень и очень.
очень приятная стоимость. Дорогие друзья, вот такие вот полезные лайфхаки от Ксении Балджи и компании Лига Real Estate. Ловите каждый раз в наших выпусках Лига News. Обязательно подписывайтесь на наш YouTube-канал, ставьте лайки, комментируйте и задавайте все волнующие вас вопросы. Мы обязательно детально ответим на них в следующем выпуске. Мы с вами не прощаемся и увидимся через неделю на том же месте и в этот же день.